А сегодня у меня на обзоре компактная портативная колонка от компании Sven, модель PS95. В комплекте, как всегда, документация, USB-кабель для подзарядки и сама портативная колонка. Вот в таком вот изысканном стиле. Передача звука осуществляется через Bluetooth, обеспечивает устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10 метров. Сама колонка водонепроницаемая и сделана по стандарту IPX7. То есть колонка сохранит работоспособность при погружении в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут. А капли дождя, случайные брызги и кратковременное пребывание в бассейне вообще никак не повлияют на эту колонку и на качество звука. Вес ее меньше 200 граммов, выходная мощность 7 ватт, тройный литий-ионный аккумулятор емкостью 1000 мАч, обеспечивает работу до 10 часов без дополнительной подзарядки. У этой модели имеется многоцветная интерактивная подсветка, которая поддерживает несколько режимов работы и хорошо заметна даже при дневном свете. Также можно соединить даже две таких колонки и создать мощный широкоформатный стереозвук. Также в комплекте есть вот такой карабин, с помощью которого можно зафиксировать колонку, например, на рюкзак, спокойно плавать и воспроизводить музыку.